Иордания сегодня отмечает День независимости. Король Абдалла I основал королевство в 1921-м. А полную независимость арабская страна получила 73 года назад, по окончании действия мандата Великобритании. С утра в столице Иордании прошел парад. Днем состоялось вручение наград за особые заслуги перед страной. Вечером во дворце начнется официальный прием. С национальным праздником короля Абдуллу II поздравил президент Александр Лукашенко.